Здравствуйте, с вами Василич. Кто не знает, впервые зашел. Вот, Василич готовить будет для себя ужин такой вечерочный. Тут маленько поздновато, но решил, охота была огурчика соленого. Это вот я взял с банки, достал. Галина вот так вот нынче солила огурчики, завернутые в листе капустном. Вот. А запах стоит, мои хорошие. Это самое вот, когда свежесть огурца, вот это вот ощущается, вот самый питьевой рассол, когда это, ну, вообще аромат стоит. Вот, баночка есть кукурузы, горошек, ой, кукурузы, говорю, горошек зеленый вот такой вот в баночке взял, открыл. Лук вот оставался, тоже я добавлю, тонко-тонко-тонко порежу. Туда сметанка, яйцо отварил, это самое, очистил, все нормально, хорошо. Ну и приправа с той стороны, самая левая именитая, вот это вот приправа, запах и все такое вообще оригинально, мне понравилось, я попробую чуть-чуть добавить. Она даже с солью у нас. Это. Так. Горчичный даже порошок есть. Паприка красная. Молотый чеснок сушеный. Перец красный молотый. Кукрума, потом ничего я не вижу, очки надо очки. Чабель какой-то или что вот, знаю, что чабель. Кукрума и сумах какой-то. А открываешь — аромат. Ну, чуть-чуть, наверное, я для связки. Ну, или не пользовался, не знаю. Избежать, просто посолить. Солярница есть. А укропчик есть зеленый добавить. Ну, начнем. Ножик здесь, с яйца нашего отварного. Прямо здесь вот салатник такой взял. Вот, не бегать, ничего, под рукой было. Ну, и сейчас мы покрошим. Не на досточке, а прямо так. Ничего страшного. Все будет чики-пики, говорят. Так вот. Ну, здесь сколько у меня? 4-5 яиц. Поделать. Вот таким образом. Соединим. Ну, а что? Салатик получится, я думаю, нормальный. Уже тоже другой раз что-то охотой, не знаете уже, что вы поели. Вот. Любитель огурцов не всех, но таких избранных. Тут стоит, просто оторваться невозможно. Запах.
взял вроде бы того-того, маленько получится, вообще-то смотрю, вообще нормально крошить начинаешь, он увеличивается, получается рыхлый. А еще я не сказал сухарики, сухарики, может, добавлю в конце. Я как-то делал, что в конце добавляешь сухарики, и это не так, чтобы поставил, положил, а непосредственно перед употреблением сухарики добавляются. Им надо-то, если не сухой салат, немного времени, он, ну, вообще вкусно получается. Если там со сметаной все, он же жидковатый, то себя напитывает и нормально становится мягче, вкусно, вообще хорошо. Ну, погода, я скажу, у нас не очень хорошая. Сейчас опять на завтра дождик, плюс 5 передавали. Что-то не понять. Сегодня вот дождь, крупка, вот это пробрасывало в конце уже дня. Но перестала, быстро пробежала, не задержалась у нас. Вот. Видите, нормалёк будет. Можно делать, я что-то не хочу. Это добавить было колбаски. Пришлось тут чаевничал я так. Ну, свое удовольствие поел. И колбаски, и в общем, лепешки. Было очень вкусно. Ну, как зашло. Если вкусно, оно вкусно. Чего уж там говорить. Сейчас я смотрю, так останется ей на завтрак перехватить. Ну, где-то так. Знаю, уже кто-то подумал, что стучишь ручкой. Так, теперь мы берем, ну, лучок давайте. Ну, я вот так вот на ложечку положу. Вот. Растирать не буду, есть тряпочка, вытерем ручки наши. Вот так. Возьму я и его прорежу наполовину. Чтоб горьким не был лук, я взял его перед этим, положил ближе к морозилке. И он как бы прихваченный и не прихваченный, но уже не такой злюка. Злюка. Берем вот так вот. Не эту злюку. Нарезаю. В салате само то будет. Ну, кто хочет злой, можно и злой. Просто здесь он помягче будет. Помягче будет. Вот. Резать. Смотрите, придумывайте что-нибудь, это самое, не все одинаково кушать. Ага. И так стараешься
что-то вспомнить или сопоставить, сделать, что еще не делал. Это тоже. Что было не каждый день в рационе. Вот. Потом, правда, привыкаешь. Привычка плохая. Потому что можно и нужно становится больше продуктов разнообразных. Вот. Вот так вот мы распределим начищенный лучок у нас. Все равно лук есть лук, запах его это, присутствует, ядреность. Вытерем теперь, наверное, я добавлять не буду, да, просто возьму, присолю наше яйцо с луком, ага. И перемешаю его. Запах лучка. Также возьму в этот момент я зеленого нашего укропчику. Сверху. Только не надо вопросы задавать, а что слабо это самое свежего добавить, пока лето. Ну, на данный момент вот под рукой нету. Выхожу, я для себя делаю. Вот мне такой чесночок нормально, если ж нету свежего. Так что не будем вопросы задавать лишнее. Можно так и так. Я это согласен. Поддерживаю. Разворачиваем огурчик. Сейчас я порежу сюда, и у нас листок пойдет нашей капустки. Вот. Будет отлично, вкусно, хорошо. Все сочетается. Вот. Кто любит, хочет чего-то такого, как говорят некоторые, экзотического, то, пожалуйста, создадим вот такое произведение пищевое. А потом поймете, вот что можно было добавить побольше. Вот можно было развернуть там огурчик или выбрать там здесь более такие большого размера скрученные листочки, если капустки хотите, чтобы присутствовало больше, или огурчик там больше. Ну, думаю, самый раз будет. Тоже кто-то сейчас поймал меня. Ага. Несколько раз он повторяет все. Ну, повторяю автоматически.
В другой раз еще охота сказать, чтоб вы там писали, не спали. Ага, что-то я уже 1000 лет не читал. Что там, как вы дышите? Все. Одно понял. Тут деревни тоже смотрят. Понабрали эти телефоны. Ага, повключили там Ютубы, там еще там какие-то это. Сидят все. Вот так. Я не знаю, какое удовольствие смотреть вот эти вот пьянки, все, что чем они дышат, по пьянке делают, даже и сами. О, а это я так, а вот ты смотри, о, давай, 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 а, посылай там. И это, вот ведут там донаты, что-то это самое им пошляет на водку, да такие, это самое, суммы денег. Это вообще какой-то идиотизм. Значит, могут озадачиться, люди посылают даже одному 556 тысяч. Давай! А вот на пищу или что-то сделать, подделать человеку, который стремится, бесполезно, это я ощутил, когда в деревню уезжал. Хоть бы один человек замолвил слово-то, Васильевич переехал, а что там у него, это в каком он финансовом состоянии, или это. А, только в одну сторону, если поехать вот без вещей, без ничего, надо много было там находиться, и без холодильника находился. В общем, ну, вообще спартанский образ жизни. Ничего, выдержал. Ага, вода замерзала уже на улице, все. Васильевич все был там, находился. Ага, хоть бы один это что-то там мотивировал. Не, бесполезно. На пьянку, пожалуйста. Вот взял я терочку, я резать не буду, вот так, в свое удовольствие и время я вот так пошинкую огурчик, вот, сверху, таким образом. Вот. Потом все перемешается. А запах, ну, взял один огурчик. И потом посмотрим, что больше всего надо добавлять. Огурчик. Игорь все смеется. Ну а что съездил, ага. Хоть приехали, забрали тебя. Все такое прочее. Да ты никому не нужен даже своим, как ты называешь, излюбленным подписчикам, да какие подписчики, даже не достаивается никто спросить или это, поинтересоваться, где ты, что с тобой, как, ага, и вы верите, кто меня выгонит, да я разгоню всех. Моя инициатива, моя это самое, никто не выгонял меня, а то, что вон на стенке тоже написано. Ну и все верят, правильно делают. Так что, где-то так. Вот. Вот.
так оно и в жизни бывает. Друг, а что, коснись, это самое, беда, это сразу в сторону. И как звать не знают, и все такое прочее. Это мы школу прошли уже. Не одну. Да. Ну ладно, хватит, не буду я жопку дочищивать. В сторону вот так вот. Руки протираем. Ручки наши, золотушки. Вот. Берем, расправляем. Вот сверху сейчас у нас и, конечно, уже размякла приправа. Приправа. Берем, открываем баночку. Вот. Я для себя делаю. Ничего страшного, что 10 ложек не буду. Она и это все чисто. Вот. Берем и горошку выкладываем. Вот. 3 ложечки, я думаю, хватит. Пойдет. Сейчас я перемешаю. Перемешаю. Там видно будет. Ну да, сойдет. Сойдет. Ну, горошек в меру. Соленые огурчики соленые, капуста тоже. Ну, то есть присутствует соль. Солилась хоть мало соленая, это, ну, не очень. Горечно будет. Попробую. Угу. Нормально. Горошек зеленый, сорт высший, он не мозговой, только что ясно-мозговой, он мягче. Вот здесь простой. Ну, беру я сметанку. И теперь буду заливать сметанкой. Вот. Ложечку. Вторую. Третью. Четвертую. Ну, 5 ложечек и сделаем. И хватит будет у нас. Закрываем. И перемешиваем. Вот. Перемешиваем. Вот и разбежался у нас укропчик по салатнику. Так что Люба прошла. Вот. Теперь скажите, что будет плохой у меня салат, да не там-то было. Вот. Ну, для любителей, можно сказать, если кто скажет плохой, месиво, песиво там, что вы там придумаете, как обозвать. Но это настоящий, домашний, усилит для себя. Не на продажу, не на выставку. Вот. Делаю, крошу и все остальное, как могу. А то вот, сам не может там держать ничего, не это самое. И все нас учит.
Теперь вот сухарики у нас. Сухарики. Вот я размешал все однородно. Теперь вот возьму я такие небольшие сухарики. Последний раз я резал их. Ну, они не сильно небольшие, вот такого размера. Возьму я. Если что, можно раз разделить его. Вот. И добавим мы сухарик сюда. Вот, если большой, то раз он разламывается. Загибульку сюда. Вот. Потом можно сейчас маленько, потом добавить побольше. Ну, смотрите на свое усмотрение. Вот так вот. Сухарику. Сухарика. Маленькие сюда. Маленькие. Ну где-то так. Теперь берем вот что и размешиваем, чтобы сухарик у нас был непосредственно перемешанный в салате. Вот. В салате. Я и говорю, потом можете добавлять и больше, засыпать, перемешивать, как понравится. Но вот таким образом, что перемешиваем и укрываем салатом наши сухарики. Вот так, разделяем, чтобы они не в одной кучке были, а по всему салату были распределены. Ага. Вот. Так что, ну, разглажу я. Вот так. Ага. Такого образца получился. Вот, попробую. Да? В норме. Сметана. Сухарик хрустит. Мы разваливаем. Ну, на этой нотке будем мы заканчивать. Вот. Блюдо получилось столько. Продуктов сами вы видели. Вот. Буду кушать и попробую я это самое потом для себя, не здесь, для себя добавлю чуть-чуть вот это вот именитые приправы. Ага. Как будет сочетаться. Ну, не стал добавлять, а вдруг не понравится и порчу только продукты. Можно было вот повседневную, где я приправу добавляю. Ну все. Дальше будем готовить. Пока-пока.